Всем привет! Мы находимся в самом центре Окленда, Новая Зеландия, на Куин-стрит. И сегодня наша цель — это Commercial Bay. Commercial Bay — это центр с огромным количеством магазинов, где представлены бренды, мировые бренды, которые вы не найдете нигде в Новой Зеландии, только здесь, такие как Tommy Hilfiger, Calvin Klein, COS, Furla и многие другие. Также огромное количество ресторанов, кафешек, баров, отель, офисные помещения. Сейчас зайдем и посмотрим. Отель еще строится, вот он его пока заморозили временно строительство в этом здании, он будет достраиваться. А это офисы построили, успели. PVC Tower, то есть на данный момент самое высокое в Окленде, но сейчас строится еще выше. Давайте зайдем вовнутрь и посмотрим. Зашли вовнутрь. Кстати, Commercial Bay открыли буквально 11 июня, хотя должны были открыть еще в сентябре прошлого года, но открытие перенесли, так как были задержки в строительстве. Потом должны были открыть в конце марта этого года, но в связи с ситуацией с вирусом опять отложили, его только в июне открыли наконец. И то он не до конца еще открыт, по большому счету еще из-за строительства многих помещений. То есть частично вот даже потом мы будем ходить, можно будет увидеть это. Ну, здесь красиво. Также помимо мировых брендов здесь представлены и новозеландские дизайнеры. Их немного, но они есть. Магазин Tommy Hilfiger только вот появился на рынке Новой Зеландии именно здесь. Здесь большой выбор разных кафешек, причем необычных. Кстати, это место считается очень популярным, Best Ugly Bagels, и многие его хвалят. Но американское. Да, говорят, что вкусно. Мы пришли рано утром в воскресенье, поэтому народа немного, она только открылись. Так, что у нас здесь? Здесь The Lodge Bar. Еще один бар. Ну, все выглядит, конечно, красиво. Что касается дизайна, то они вдохновлялись торговыми центрами Мельбурна, Сан-Франциско, Нью-Йорка. Пытались соединить это все с новозеландской культурой. Seven Names, кстати, это, по-моему, новозеландский бренд. Такая специфическая мода. Новозеландская. Обувь.
поднимаемся на второй этаж. На втором этаже должны быть представлены именно такие кафешки, ресторанчики. Первый в Окленде, вообще в Новой Зеландии, как я знаю, магазин COS. Многим он нравится. Бренд. Это фишермен, все для рыбалки. Эдмунда Хиллари. Это, по-моему, новозеландский бренд. Новозеландский. Ну, это Эдмунд Хиллари, это новозеландец, впервые, ну, первым покоривший Эверест. То есть он, его фотография даже на 5-долларовой новозеландской банкноте находится. Очень много здесь дорогих магазинов, именно дорогих брендов, и в основном вообще этот центр рассчитан по большому счету на туристов, на гостей города, на иностранных студентов. И сейчас, когда границы закрыты, конечно, я думаю, они будут терпеть убытки какое-то время. Это да. К сожалению, все ждут с нетерпением, когда хотя бы студентов начнут сюда пускать, но... Так, поднимаемся на третий этаж. Ну, здесь это как бы level 2, у них это второй этаж. И вот именно на level 2, на нашем третьем, на них втором этаже большое количество всяких кафешек, ресторанчиков.
девочки, записываемся на ногтики. Здесь появилась греческая кухня. Это редкая была у Окленда. Да, не было, не слышал. В Австралии мы пробовали, было вкусно. Показать мне что-то другое. Типа гуляша какой-то, рагу. Как? Будешь пробовать? Нет. Ну что, мясо мягкое. Не хочешь пробовать? Итак, мы решили попробовать разных вкусняшек. Пахлаву. Пахлаву взяли, и Иван взял раб, да? Что там у тебя? Чикен раб просто. Греческий. Греческий. С йогуртом, соусом, с цидзики и там еще с оливковым маслом. Ну и как, тебе понравилось обслуживание? Да, нормально. Они какие-то еще не до конца, как я понял, настроились на покупателя, они все нервничают. Все еще который день, только вот с 11 числа открылись. Тренировались, еще не привыкли к покупателю, по ходу дела. Они все еще такие вот, все на нервах, видно по всем вот работникам. Не до конца привыкли. Ну ничего, попробуем сейчас. Ну как, вкусно? Да. Но
основной вкус, как всегда, составляет именно соус. Если соусы вкусные, потому что основное это овощи в основном и мясо. Мясо тоже достаточно, соли, все вкусно. Что касается пахлавы, тоже могу сказать, что очень вкусно. Бывает невкусно, но здесь вкусно. Так что советы. Греческий блок, не знаю как это. Греческий кафе, барчик, что это у них? Да. Кафешка. Просто Greek. Ничего такого не написано, названия как такового нет вроде. Взяли еще домой пахлаву. Вкусненько. Так, ну, посетили мы Commercial Bay, нам понравилось. Да, все до конца откроют, будет прилично, все, доделают тогда. Кстати, на открытие приезжал наш премьер-министр, также был мэр города. И все они возлагают надежды на то, что это будет еще одно место для туристов, как бы еще одна достопримечательность. А также они еще надеются, что как бы это открытие будет как очередной толчок для экономики, так как открывается это все в очень тяжелые экономические времена. Для всего мира, причем созданные тяжелые экономические времена. Кроме, наверное, Международного банка, который раздает кредиты государству. Для него как раз-таки замечательные времена наступают. Так что Commercial Bay очень даже стоит посетить. Нам понравилось. И оригинальная еда. Можно найти что-то такое, чего нет в других местах. Да, и в одном месте все. То есть можно попробовать сразу несколько различных кухонь. И азиатские, и европейские, да, и американская. То есть все можно найти. Ну, у нас на сегодня все. Спасибо за ваше внимание и до новых встреч. Всем пока. Пока-пока.